Тюменская служба новостей продолжает проект «Время помнить». Каждый день мы рассказываем о событиях Великой Отечественной и подвигах наших земляков. В годы Великой Отечественной войны многие жители нашего региона не дождались возвращения домой своих отцов и сыновей. Ушли на фронт и не вернулись более 90 тысяч жителей Тюменской области. Еще 9 тысяч потеряли югорчане. Погибли более 2,5 тысяч солдат из Ямала. Всего свыше 103 тысяч человек. Из фронтовиков нашего региона большая часть, 72%, погибли в бою. Примерно каждый пятый пропал без вести. 8% умерли от полученных ран, каждый сотый погиб в плену. Самые большие потери на счету Тюмени и Тюменского района. С войны не вернулись домой 10,5 тысяч их жителей. На втором месте по понесенным потерям Тобольск и Тобольский район. На третьем – Ишим и Ишимский район.